Всем привет! Олимпийская чемпионка Алина Загитова была удостоена почетного знака за услуги перед Ижевском. Награждение прошло сегодня в Ижевском Дом культуры «Аксион». Помимо Загитовой, знака были удостоены мастер спорта СССР по велоспорту, заслуженный тренер РСФСР, судья всероссийской категории по велоспорту и чемпион России в командном зачете по велокроссу Валерий Шапочников, а также член общественной районной организации Совета пенсионеров, ветеранов войны, труда и вооруженных сил Первомайского района Лидия Ильина. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня.